Мой муж Кулагин Александр Алексеевич родился 22 августа 1924 года. Когда его взяли в армию, после окончания Ашхабадского пулеметного училища, попал на Орловско-Курскую дугу. В 1945 году стал командиром пулеметного взвода 4-й роты 107-й гвардейской краснознаменной воздушной десантной дивизии 3-го Украинского фронта. В феврале 1945-го их погрузили в эшелоны и повезли в сторону Венгрии, чтобы освободить Венгрию от фашистов. Потом они форсировали реку Рабу, заняли село, готовились к очередной атаке, но венгерский полк уже сдавался и неподалеку сложили оружие. 4 апреля полностью освободили Венгрию, и он закончил войну в Чехословакии. У чехов он очень хорошего впечатления. Когда они вошли в Чехословакию, вся дорога была усыпана цветами сирени. Сейчас Александр Алексеевич умер. Уже как 4 года. Я хочу сохранить память о нем всем потомкам.